хорошо выгляжу-то хоть? С Спиридоновым не разговаривали, что-то он сегодня на себя не был похож. Как не разговаривали, мы с ним все время разговариваем. Он себя вел и тихо. Ну, он воспитанный молодой человек. Мы знаем, но вы, говорит, он добро помнит. А вот, вот это надо. Да нет, ну, на самом деле мы переписываемся с ним, в общем-то, и... Ну, молодец, я ему сегодня сказал после игры. Ну, спасибо, говорю, что ты меня хоть никуда не послал и не орал на меня. Сетку подал еще. Ну, в сетку подал, это уже игровой момент, поэтому... Не, ну, он играл сегодня отлично, так же, как и Никита Алексеев. Я думаю, что это те игроки, которым было сегодня что доказывать. И, в общем, в целом, ну, мне кажется, они справились с этой ролью, и один, и второй были лидерами команды. И, в общем-то, по результату мы видим, что две партии, они были очко в очко, там буквально там, 1-2 мяча решили. Там, где-то сегодня фортуна была на нашей стороне. Ну, так что хотели очень порадовать болельщиков, так как знаем, что следующий матч будет только в январе месяце. Да, и также себя, так как лететь с хорошим настроением в то турне, которое нам предстоит, гораздо приятнее, чем с другим настроением. Так что довольны все, что сегодня получился хороший матч, хороший результат. И готовимся к путешествию. Можно назвать эту игру последним этапом подготовки к клубному чемпионату мира? Да знаете, я бы даже не стал бы называть... Ну, это достойный соперник, который борется, в общем-то, за... ставит перед собой те же цели, что и мы, поэтому мы их далеко не рассматривали как подготовительный этап к чемпионату мира. То есть мы сегодня выходили, играли на победу, дали ребятам почувствовать тонус, который в последних двух матчах провели меньше времени на площадке. Вот. Ну и сейчас уже переключаемся и уже думаем о бразильцах. Первый матч у нас в Бразилии, игра будет, конечно, непростая. Как я уже говорил вашим коллегам, тропический волейбол, надо в него... учиться играть заново, да, но у нас для этого будет, в общем-то, три матча, скажем так, предварительного этапа, и потом уже, знаете, серия плей-офф, полуфинал, финал. Я надеюсь, что за три игры мы успеем нащупать этот ритм и привыкнуть к тем условиям, которые будут нас ждать. Там регламент турнира, он, в общем-то, не заставляет там убиваться в каждом матче, да, группового этапа, наверное, за результат. Ну, знаете, мы так не хочется рассуждать, мне кажется, это неправильно. Мы приедем на место, мы начнем и готовимся сейчас играть с бразильцами. Я уже говорил, что и Сада, и Мачерата – это топ-команды, которые способны побеждать в каждом турнире, в котором участвуют. В общем-то, так же, как и мы. Вот катарцы, наверное, стоят немножко особнячком в этом квартете, но в то же время недооценивать их тоже не будем. Что касается нашей тактики на этот турнир, ну, разберемся по ходу. Не хочу говорить, что предварительный этап будем играть таким способом или сяким. На месте уже решим. Константин Анатольевич нам сейчас сказал, что несмотря на 3-0, много изъянов видел даже в игре «Зенита». Сказал, что перед чемпионом чемпионата мира вам передаст. Да, какие изъяны? Примерно о чем? Что надо его трясти, пока он не уехал. Не, ну сейчас я уже, наверное, не хочу говорить о наших изъянах, да, потому что... Результат на табло, изъяны, они существуют всегда. Даже если мы выиграем со счетом 25-15, три партии, все равно 45 мячей мы проиграем и найдем в них много изъянов. То есть это нормальная ситуация. И с Константином Анатольевичем, конечно, мы обсудим. И мы с ним каждый раз на проводе касательно каких-то матчей. Я думаю, что и здесь я с удовольствием услышу его версию событий. Вот. Но в то же время мы, конечно, проводим аналитику, разбираем каждую игру. И у меня вообще... такие мысли, что все-таки надо на себя смотреть гораздо больше, чем на соперника. Тем более, когда сейчас команда все-таки строится заново, даже я бы сказал, да, то есть новые игроки, новые места, новые позиции, вот, новая тактика, новые идеи ведения игры. Поэтому мы сейчас на себя обращаем гораздо больше внимания. И я понимаю, что есть на что смотреть еще и будем корректировать.